С 1 января 2019 года в области стартует реформа обращения с твердыми коммунальными отходами. Управляющие компании проводят общие собрания собственников жилья. Какие решения должны принять жильцы? Сразу два вокальных коллектива Белгородской области стали лауреатами первой степени первого всероссийского фестиваля патриотической песни «Мое Отечество, моя Россия». Какими композициями покорили жюри губкинские акценты «Староскольский оазис» и что запомнилось участникам больше всего? В 2019 году в регионе стартует новый социальный проект «Большая белгородская семья». В чем его суть, на кого ориентирован и на какую помощь смогут рассчитывать семьи области? Все подробности узнаем в студии «Такого дня» у Елены Ботановой, первого заместителя начальника департамента здравоохранения и социальной защиты населения.